Доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, мы вместе продолжаем с вами готовиться к вашей свадьбе, к вашему свадебному торжеству. И сегодня поговорим о свадебном танце. Итак, свадебный танец – это старинная и красивая традиция, согласно которой молодожены открывают свадебный бал. Первый танец может быть поставлен в любом абсолютно стиле, будь то венский вальс под чарующую музыку Штрауса, или медленная румба, страстная танго, или оригинальная трактовка современных музыкальных композиций. Влюбленной паре, желающей подарить гостям на свадьбе танец историю, мы рекомендуем уделить постановке свадебного танца не менее 5 уроков, хотя все зависит от ваших способностей к хореографии. Заняться необходимо, запланировать нужно поход один за 2-3 дня, чтобы молодые смогли самостоятельно повторить разученные движения. Это я говорю про занятия. Между ними должны быть перерывы. Если вы не определились с музыкой, то профессиональный хореограф может помочь вам в этом вопросе. Для начала занятий вы должны пообщаться со специалистом, обсудить ваши пожелания по музыке, стилю танца, обговорить детали, например, размер танцевальной площадки, фасон свадебного платья, тоже очень важно, спецэффекты и многое другое, и назначить дату первого урока. К вашему первому занятию преподаватель готовит аранжировку музыки и придумывает для вас схему танца. На первых занятиях вы разучиваете свадебный определенные движения и танец полностью по большим и небольшим кусочкам. Последнее занятие посвящается углубленной работе над техникой движений, музыкальностью, артистичностью. Не стоит забывать, что постановка свадебного танца – ответственный и важный момент, который задает тон всему торжеству. И, вы знаете, я вам еще должен одну вещь сказать. Если вдруг вы на самом деле не танцор, и у вас не получается танцевать вообще никак, я должен сказать, что я на своей свадьбе, например, не танцевал первый свадебный танец. И мы с супругой, с моей, решили, что у нас будет не первый свадебный танец, а первая свадебная песня. И мы пели для гостей песню и таким образом решили немножко отойти от традиций и быть в этом смысле оригинальными. Все зависит от вас, от вашего желания сделать красивую свадьбу, удивить гостей, порадовать себя, сделать так, чтобы это было очень красиво и запоминающееся. Я надеюсь, что мои советы вам пришлись по вкусу и какими-то из них вы обязательно воспользуетесь при подготовке к вашему свадебному торжеству.